Здесь ведется строительство путепровода, по которому пройдет новая дорога, обход города Оренбурга. В первую очередь должна быть готова к 2017 году, вторая очередь должна быть сдана в 2018 году. Сроки на сегодняшний момент не изменяются, но все сроки зависят от финансирования. Этот объект финансируется за счет федеральных денег. Вот. В 2015 году финансирование есть, в 2016 году по предварительным данным тоже есть. Транзитный транспорт, который идет на Солилецк и дальше на Казахстан, будет иметь возможность, не заезжая в Оренбург, уходить дальше на Самару, на Уфу, на Казань. А с введением второй очереди мы получаем, да, полностью кольцо вокруг Оренбурга.